Доброго всем здравия и тебе, Алексей. Недавно делал ремонт и обнаружил интересный способ забить гвоздь в труднодоступное место. Наше место – это резной наличник на двери. Как видим, здесь до нас уже кто-то изрядно накосячил. Берем обычный мебельный шуруп. Если его нет под рукой, выкручиваем из ближайшего шкафа или идем за ним к соседке. Как здесь видно, мебельный шуруп имеет выемку на рабочем конце. И эта выемка позволит нам осуществить нашу мечту – забить наш гвоздик. Итак, наживляем. Догоняем с помощью шурупа. Не забываем затем развернуть шуруп, иначе на двери останется круглая отметина. И подбиваем до конца.